Решили провести небольшое социологическое исследование на улицах Москвы. Мы задали один простой вопрос совершенно случайным прохожим на улице, людям, выходящим из метро, гуляющим. Мы спросили у них, что такое феминизм в их понимании, и поговорили с ними об их отношении к этому движению. Ответы получились очень разные, во многом неожиданные. Многие люди не согласились быть снятыми на видео, поэтому, к сожалению, их ответы не вошли в фильм. Но там тоже было очень много интересного. Было много политики, много религии. В целом мы хотели создать такой нейтральный срез, беспристрастный взгляд на мнение самых разных людей о феминизме. Старались по максимуму захватить различные группы, старались опросить девушек, мужчин, людей с детьми, людей старшего поколения. Опрос проводился 7 марта, то есть был приурочен к Международному женскому дню. Мы также задавали вопрос о празднике 8 марта, спрашивали у людей, что именно мы празднуем в этот день. Также на контрасте с мнениями случайных прохожих мы включили в наш фильм мнение феминисток, женщин, осознающих себя как феминисток. Мы надеемся, что это исследование станет пищей для размышлений и почвой для интересной дискуссии. Женщина отстаивает свои права наравне с мужчиной. А как, на ваш взгляд, вы придерживаетесь феминистских взглядов? Нет. А почему? Не хватает. Вам хватает чего? Своих взглядов. А, понятно. А если бы вас, например, вам бы запретили доступ к высшему образованию, к работе, если бы вас выдали бы замуж в детском возрасте на 7 лет, потому что я женщина или почему? Ну, это же присутствовало. Да, конечно, я повоевала. А, то есть вы понимаете, что феминистки именно вот этих прав для женщин добились? Так, еще раз прослушала вопрос, просто мне встречи. Вам известно, что именно этих прав для женщин добились именно феминистки? Нет. Ну, разрешите, мы тогда на досуге почитаете. И еще последний вопрос. Как вы считаете, сейчас все права женщин реализованы? В России или в мире? Ну, начнем в России. Знаете, так вопрос такой. Здесь вообще как
как бы насчет прав и мужских, и женщин, и прав детей. Я сказала, что если сравнить с Европой, у нас тут все так реализовано. Но в курсе, что зарплата женщин ниже, чем зарплата мужчин? Я работаю там, где у меня одинаковая зарплата с мужчиной. Понятно. Еще последний вопрос. А вы на себе не чувствуете никакой дискриминации? Женщина. По жизни, да. Наверное, мне повезло, что нет. Мне даже наоборот кажется, что женщина больше снисхождения за какие-то ошибки, чем мужчин. А вот тогда, раз уж вы ответили, вот если, например, ребенка бросает мать и ребенка бросает отец, отношение общества к этому совершенно разное. То есть, когда мать бросает ребенка, это, ну, последний сволочь, там, что ее надо убить, а то, что отца к этому времени уже нет, это в помине, никто даже это не вспоминает. Да, да, это там правы. Вы считаете, это неправильно? Конечно, это менталитет, наверное. Это же не установлено на государственном уровне. Это просто так люди в обществе считают. А само снисхождение, вы не считаете, что в этом тоже есть определенная дискриминация? Ну, она дурочка, чего с нее взять? Да нет. Ясно. Спасибо большое. Спасибо, с праздником. Большое. Наступающим. Спасибо, вас тоже. Лучше все-таки без фанатизма. То есть, да, женщина должна отстаивать свои права, у нее должна быть работа, самореализация, но в то же время не надо ущемлять мужчин наших. А скажите, пожалуйста, в чем наши мужчины ущемлены? В чем вы видите ущемление мужчин? Вы интересную тему затронули. Именно наших нет, а вот европейских, ну, да. Какие? Европейские, а да. А чем ущемлены европейские мужчины? Ну, сейчас же у них законодательство, у них вообще шаг влево, шаг вправо. Женщина тоже подает на суд на него. А вы считаете это неправильно? Что женщина имеет право подать в суд? Нет, ну она имеет право в суд, но все-таки по каким-то серьезным именно поводам, если там он действительно распускает руки, они просто... предлагает, подает руку, чтобы помочь перейти через дорогу. А вот скажите, вы работаете? Да. А вот если, например, на работе у вас будет такая ситуация, начальник или коллега мужского пола, ну, будет там к вам доматываться, открыто намекать там на секс и ставить... Я его мягко, но твердо отошлю. Я не буду посылать на него суд, но я его мягко, твердо отошлю. Все. Хорошо, а если вот, например, женщина там не уверена в себе, не может послать, если она зависит, в конце концов, от этого человека, у нее должна быть какая-то защита? У нее должна быть защита, да. В принципе, можно обратиться за помощью какой-нибудь начальницу, именно женщине. Потому что в женщине это все-таки лучше. А если она есть начальница женщина, а если там, например, даже начальником отдела женщины, бывают и такие организации? Моя мама в свое время в такой проработала. Если женщина очень держится за эту работу, вот если она интересна, она вот ей по всему подходит, кроме вот то, что вот что-то там вот не так вот с начальником, то да, тогда она, может быть, и нужно все-таки подавать именно вот как бы вышестоящие органы государственной власти. Ну это вот, если ей действительно уже и даже и работа не нравится, то смысл держаться на работу. Надо просто писать заявление об увольнении и искать себе что-то более лучшее, выгодное, там, где она будет действительно пригодиться. Скажите, пожалуйста, а вы на себе чувствуете дискриминацию? Нет. В своей жизни? Нигде? Нет. Ни в какой сфере? Нет. А вы никогда не пробовали устроиться на работу, где там, например, руководящая работа, где требуется, например, исключительно мужчины, и где берут? Вот вы такого... Нет, я такого не пробовала. Но, может быть, это связано с тем, что вы пока не проявили там высоких амбиций? Может быть, я просто не настолько амбициозна, мне все-таки хватает с моей работы. Меня она устраивает. И коллеги у меня, и начальники у меня хорошие, и мужчины, и женщины. Скажите, а к вам пристают на улицу? Вот вы боитесь ходить, допустим, ночью одна? Ночью я одна не хожу, во-первых, это раз. Поздно вечером, конечно, могут быть такое, что там подвипыши. Но я все-таки нахожу слова и действия. Тем более я не хожу по пустынным
улицам я всегда хожу вот именно вот, где вот люди. То есть вы вынуждены избирать определенную стратегию безопасности, которую вы вряд ли бы избирали, будучи вот мужчиной. По пустырям и мужчине тоже небезопасно ходить. Согласна. Грабителей, воров и убийц никто не отменял. Спасибо, с праздником. Спасибо. Вас. Я вот смотрю, вам цветы уже подарили. Спасибо большое. Это, если вас заинтересуют, листовки о феминизме. Спасибо. 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 Как вы относитесь к феминизму? Что это такое вообще, Клаш? Что это такое? Ну, феминизм – движение за права женщин. Феминизм – это движение, которое ни в коем случае не уставляет женщин излишне мужественными, но дает им равные права с мужчинами. Как вы относитесь к этому? Я отношусь положительно. Вы можете называться феминисткой? Нет. Почему? Вы относитесь положительно, но при этом можете называться феминисткой? Я считаю, что я не смогу соблюдать равноправие во всем, что в чем-то я скорее близка к женскому типу поведения. А что значит женский тип поведения? То есть не равный мужчине? Стереотипному типу. Угу. Да. Слабее мужчины. Слабее, в чем-то ближе каким-то отраслям культуры, искусства, быту. То есть что-то, какое-то разделение должно быть. Угу. И вас устраивает этот положение? Нет, устраивает, да. А скажите, такие вот, как культура, искусство, они привязаны к мужчинам или все-таки мужчины тоже? Но это, может быть, зависит от индивидуального все-таки, от индивидуальных выборов, от индивидуальных особенностей, от индивидуальных способностей, в конце концов. Наша культура сложилась так, что мужчины выполняли основные роли в искусстве, потому что у женщин не было образования до определенного века. Да. А вы знаете, почему это было? Потому что женщины не допускали к образованию художественного. Да, я знаю. Вот. И поэтому мужчин гораздо больше в сферах искусства и культуры. Но сейчас уже женщины, надеюсь, нагонят их. Вот. Поэтому я за феминизм. Спасибо. Что вы можете сказать? Ну, вы знаете, я отношусь либо нейтрально, вот, и даже скорее к феминизму отношусь отрицательно, потому что я считаю, что все-таки опорой для женщин должен быть мужчина, должен быть стеной, и большую часть обязанностей, такие как заработок, срез в семью, на решение каких-то серьезных вопросов все-таки должен понимать мужчина. Но я также не отрицаю, что женщина в этом должна принимать участие. А простите, по поводу решения серьезных вопросов. Какие серьезные вопросы, вы считаете, должны быть закреплены за мужчиной? Личный вопрос, не знаю, вопрос каких-то вот переездов, каких-то, ну, таких крупных семейных решений о покупке недвижимости, допустим. А, например, такой вопрос, как родить ребенка. Кто это принимает? Вы знаете, сейчас вообще мне трудно говорить на тему детей, потому что я еще не определился вообще, хочу ли я их в своей жизни видеть. Ну, а то, что вот дама, мама потенциальная, она тоже, в принципе, то, что у нее решающий голос, потому что все-таки тащить на себе... В данном случае дама не считает себя потенциальной мамой. А? В данном случае дама не считает себя потенциальной мамой. Угу. То есть это вот ее больше решение? Это совместное решение. Понятно. Да и возраст еще такой достаточно несерьезный, почему? Я считаю. В этом плане, равные, я думаю, мнения. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вы говорите, да, что готовы на себя взять какую-то функцию опоры, стены, да, финансовые. Да. А, допустим, если ваша девушка, допустим, хотела бы, то есть если бы у нее была бы работа, которая... заработная плата, которая превышала бы вашу во много раз, и вообще, в принципе, она бы хотела вести очень активную жизнь, ну, тоже в качестве стены. Я не представлял такую ситуацию. Вы не окажетесь такой девушкой? Ну, скорее всего. То есть вы сознательно не будете строить отношения? Нет, я сознательно буду делать все, чтобы зарабатывать больше девушки. А если она, например, захочет, вот, например, зарабатывать, строить карьеру, а ну, вас попросит, например, сидеть дома какое-то время, пока она там, например, или, например, ей понадобится переезд, условно говоря, в другой город, и с ней надо будет поехать за ней. Я думаю, я не откажу. Я и не считаю, что у вас при этом есть риск какое-то время быть без работы, то есть жить на ее средства. Ну, это форс-мажор, то есть, ну, я не рассматриваю такие ситуации. Ну, для женщин это не форс-мажор. Например, за мужьями военными женщины теряют специальность. Ну, да, я представляю ситуацию, у родственников как раз такая вот. Ладно, мы торопимся. Спасибо.
Не знаю. Так. То есть вы никогда не слышали, не сталкивались с этим словом? Когда девушка... Когда девушка что? Феминизм — это движение за права женщин. А у вас образование высшее? История 8 марта. А вы получаете высшее образование? Планируете? А вы работаете? Ну да. Ну а вы в курсе, что то, что женщины допущены к работе без согласия мужа или мужчины, то это тоже заслуга феминисток? Да, да, они стали биться за права женщин, чтобы они были равноправы, имели право тоже. Не только сидеть дома, но еще с чем-то заниматься. Вы, да, это, кажется, согласны с этим? Вы рады, да, что конечно. Вы имеете возможность? Но только конечно. Скажите, а вы чувствуете на себе какую-то дискриминацию, потому что вы женщина по жизни? Да нет. Нет. То есть все устраивает? Да. Спасибо большое. С наступающим. Никого, надеюсь, сейчас не удивлю, сказав, что феминизм – это движение против дискриминации по признаку пола. Я не очень сильна в теории, на самом деле, и... Мне ближе всего интерсекциональный феминизм – это исследование пересечений форм и систем угнетения. Я об этом задумалась недавно, ну, года два назад, наверное. И случайно получилось. До этого для меня это слово на букву «Ф» было скорее ругательным. Хотя я не использовала в своей речи, в принципе. Причем я даже сейчас не могу сказать, что не страдаю мизогинией, она все равно будет со мной какое-то время. Не знаю, нужно пояснить, что такое мизогиния. Это желание ненавистничества, если совсем просто. Вот. И это трудно очень проходит, потому что впитывалось годами. Узнала я, как уже сказала, случайно. Причем два таких момента, они примерно во времени совпали. Я подписалась... А, нет, кстати, нет, не подписалась. Я наткнулась на паблик «Shut your sexist mouth up», «Заткни свой сексистский рот». И не подписывалась, потому что боялась. Подписки отображаются на главной странице в профиле. Я его просто читала и была в ужасе. И я, на самом деле, даже свои истории тоже там рассказывала спустя какое-то долгое время, не сразу. И параллельно на одном из сайтов онлайн-дневников в женском сообществе, где несколько сотен участниц состояло, и обсуждались очень различные темы, внезапно появилась девушка, которая начала... не то чтобы пропагандировать, а как-то вот популяризировать это понятие. И сначала все ее как-то даже скатывались до унижений, там, да ты такая-сякая, что ты несешь вообще, феминистки там больные на голову. И я сначала так же примерно отнеслась, а потом я просто приходила по ее ссылкам, то, что она оставляла. Я хочу заметить, кстати, что она... Несмотря на все оскорбления, сыпавшиеся в ее адрес, она никогда не оскорбляла в ответ. Она просто корректно отвечала на поставленный вопрос, если он был, конечно, и оставляла ссылки, где доступным языком все это рассказывалось. И вот как-то благодаря этому всему я втянулась и даже стала участвовать с ней в дискуссиях, ну, то есть поддерживая ее. Потом уже хватило смелости подписаться на тот самый пабличек, потом уже понеслись другие группы тематические. И сейчас я могу себя назвать феминисткой, хотя до этого еще там год назад, разделяя эти убеждения, я не могла. Мне это казалось чем-то стыдным, люди меня не поймут. Сейчас я могу это сделать, назвать себя феминисткой. Как, я думаю, другие воспринимают феминизм. Я думаю, что большинство, не только в России, но и даже в мире, большинство, скорее всего, как мне кажется, воспринимают отрицательно. И это все просто из-за недостатка информации. Потому что
то, что вот сейчас пытаются как-то войти в информационное поле с этим, с этими объяснениями, с этими убеждениями, какими-то, как сказать, с каким-то даже активизмом, это все где-то глушится в этом огромном фоне транслируемых сексистских установок. И тем не менее, я вижу результаты за последние несколько лет, конкретно в России, я вижу, что огромная разница произошла в этом плане. Ну, безусловно, нужно двигаться дальше. Что это такое? А? Бред. Бред? Почему? А почему бред? Ну, потому что, мне кажется, в основном феминизмом увлекаются девушки, которые сидят на шее или у парней, или у родителей, ничего не делают. И интересно. Просто больше нечем заняться. А скажите, так, вы работаете, как я понимаю? Да. А вы в курсе, именно что возможность работать женщинам обеспечили мужчины? Обеспечили феминистки? Ну, в принципе, да, но я думаю, сейчас это уже не настолько актуально, что, когда женщины уже могут учиться свободно, свободно устраиваться на работу. На данный момент у мужчин правда много. А скажите, меньше. Вы не думали никогда, например, избраться губернатором? Нет, конечно. Стать генеральным директором? Ну, как, на какую-то карьеру вы рассчитываете? Ну, в принципе, да, но... А если вот вопрос станет таким образом, что вас не будут продвигать по службе именно из-за того, что вы женщина? Ну, там, что с нее взять? Она дурочка, что она может? Давайте откровенно, меня скорее не будут продвигать по работе, потому что я страшная, мне будет стыдно показать каким-то серьезным делам парням. А что значит страшно? Что вы подразумеваете под этим? Я вот, например, не заметила. Внешне, я вот не заметила, что вы не привлекательны внешне. Как вы считаете, это нормально, что вот общество так устроено, что из-за вашей внешности вас могут на работе, где важны ваши профессиональные качества, вас могут задвинуть или вас обустраивают? Конечно. Вы считаете, что это неправильно? То есть вот это как раз и есть дискриминация, что мы боремся. Ну, нет, давайте... я не отрицаю, что есть рациональное зерно в этом движении, но я просто не люблю ударяться в крайности. Ни в чем. А в чем вы видите крайности со стороны феминизма? Я не знаю, может, мне, конечно, только такие попадались, но в основном не так важно. А вам попадались феминистки? То есть они сказали, что мы феминистки, и мы там едим мужчин на завтрак, на силу. Хотя это больше похоже просто на девушку, которая ненавидит мужчин. Но они могут быть феминистками, могут не быть феминистками. Да. Очень много феминисток, которые ненавидят мужчин. Ну, то есть вы понимаете, что есть девушки, у которых есть основания ненавидеть мужчин по какому-то иному причине. Но кого-то не оправдали ожидания, там, может быть, те же сесть на шею, а кто-то ненавидит мужчин за то, что она понимает, что более тупых мужчин продвигают по службе, а ее задвигают. Такое тоже может быть. То есть, в принципе, природа ненависти к мужчинам, она существует, но вы же, наверное, понимаете, что у мужчин и женщин все-таки некоторые интересы противоположны. А вы знаете, например, вот как часто происходит в случае домашнего насилия или сексуального насилия? Вот, как вы считаете, это нужно бороться с этим? То есть это происходит в 99% мужчина в роли насильника, женщина в роли жертвы. Я тебе рассказывал про мой сон. С праздником вас! На досуге ознакомитесь, да. Измените. Вы не в курсе. Это движение за права женщин. А, положить. Положительно. А вот у вас ваша дочка, я так понимаю, да? Да. Каким вы видите ее будущее? Если, например, она столкнется с дискриминацией при... Не в курсе. То есть вы рассчитываете, что она не столкнется, да. Или вы будете бороться за нее? Буду бороться за нее. А вот как вы смотрите на такие вещи, как вот сексуальное домогательство? Ой, плохо. Вырвал боевых. Вырвал боевых. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. Вот возьмите, может быть, придете на фестиваль. Девочки. А как вы еще отписываетесь, если ваша дочь заявит, что она феминистка? Нормально.
То есть вы примете ее? А вы могли бы себя назвать феминистом? Вот вы по всем ответам поддерживаете движение феминизма. Нет. Давайте мы, знаете, как будем рассуждать, что каждый человек – человек. И неважно, мужчина он или женщина. У каждого должны быть равные права. Если вы кричите, что мужчины дураки, а мы вот такие замечательные, я вас не поддержу. А если мы говорим, что мужчина и женщина – это одно и то же, ну… А разве ваши вот посылы, они противоречат феминизму, что… А я не знаю, что там с феминизмом. Право человека – это самое главное. А феминизм – это гомосексуализм или еще что-то. Ну, как вам будет угодно. Но феминизм это с гомосексуализмом не перестанет. Я просто, да, я говорю, просто по понятию. Ясно. Ну, всем должны быть, как это, по заслугам. Ну, спасибо. Феминизм – что такое по-вашему? Я не знаю. Вопрос тогда. Вот вы сейчас занимаетесь продажей цветов. И, ну, вы знаете, какой завтра праздник, да? Да. А что для вас этот праздник? Штучек – это праздник для женщин. День женщин, день матери, можно сказать. Ну, а если женщина, например, не является матерью? То есть вы знаете, ну, смысл изначально этого праздника? Нет, я бы сказала, нет. А вы никогда не слышали, что это праздник, день борьбы женщин за свои права? Нет, я не слышала. То есть вы не в курсе, да? Ну, я считаю, просвещаюсь. Вот здесь как раз… Ой-ой-ой! Как раз написано история… О, кстати, как к букетам! Спасибо! История 8 марта. А как вы относитесь к женщинам, вообще, к борьбе за права женщин? Поддерживаете? 100-200% поддерживаю. Конечно, поддерживаю. Скажите, чтобы не ущемляли, чтобы не критиковали. Женщин без женщины какая семья? Какая, какой очаг он теплый без женщины? Правильно? Какое воспитание у детей без женщины? Вы считаете, что главное предназначение женщины – это семья? Это все зависит от женщины. Хотя мы говорим «голова муж», но мне кажется, неправда. Так не считаю. А вы согласны с тем, что он голова? Он голова, может, где-то, как добытчик. Но вы сейчас же вы тоже занимаетесь добычей средств, правильно? Да это что, это редко, когда я выхожу. А в основном? Конечно, конечно. Заработок, сила, все это мужское, конечно. Он необходим тебе. Но женщина главная. А если бы вы, допустим, женщина хотела бы работать больше, чем муж, и зарабатывала бы больше, чем муж, вы как к этому отнеслись? Женщина и успевала бы работать, и я работала, и успевала на работе. Целые 8 часов отрабатывали, приходили дети ухоженные, готовая еда и чистая постель. То есть вы делали и то, а муж тоже работал. Но детьми занимались и готовили вы? Ну, детьми и он занимался. Я бы не сказала, что официально именно я одна занималась. Обоюдная. Спасибо большое. Спасибо. Пожалуйста. Праздником. Праздник. Спасибо. Это, как сказать, борьба женщин за свои права. И как вы к этому относитесь? Ну, у всех должны быть свои права равные, по крайней мере, Конституция всем гражданам Российской Федерации гарантирует их в равной мере. Так что чисто теоретически у женщин такие же права, как и у мужчин. А практически что получается? А практически получается, что все равно в обществе властвуют какие-то морально-этические нормы, и понятно, что отделаться от истории мы еще не можем. Так что… Вы считаете, что это неправильно, что вот эти социальные предрассудки продолжают… Но ведь социальные предрассудки рождаются и в другую сторону, из-за того, что когда женщины борются за свои права, возникают, соответственно, какие-то радикальные точки зрения, и наверняка в конечном счете все уравновесится, но я думаю, как и большинство людей, я спокойно отношусь к тому, что женщина водит машину и все такое, потому что это нормальная ситуация, ну понятное дело. Но я, допустим,
не очень одобряю какие-то радикальные выходки феминистских движений. Например? Вот приведите примеры радикальных выходок. Допустим, в Москве их не вижу, но, допустим, в каких-то... сейчас я вспомню. В Нью-Йорке женщины выходят на марш в поддержку феминизма топлес. Это недопустимо? Мне кажется, это немножко disturbing, немножко не то, как бы... То есть это немножко некрасиво, по вашему мнению, да? Немножко неэстетично. Ага. Понятно, что это обращает внимание на проблему. Ага. И, они решили обратить на проблему внимание именно таким образом. Вопрос. Я не буду осуждать это в том смысле. Вот тогда подойдем к следующему. Вот, допустим, есть человек, мужчина или женщина. Да. Находится в СИЗО по сфабрикованному обвинению. Добиться чего-то через прокуратуру, суд невозможно. Пресса не реагирует никак. И выходит девушка топлес и, например, пишет свободу Анне Ивановой на своем голом теле. Да, можно я скажу? Просто у меня сейчас ученица делала как раз реферат по перформансам. И тут получается, что эта девушка топлес, она больше на себя обращает внимание, чем на проблему. И она сама становится медийным поводом. И она тем самым может возбудить негативное отношение к той невинно осужденной или находящейся в ситуации преследования именно благодаря своей этой акции. Так что вот это тоже имеет две стороны. И вот хорошо, а в курсе, например, сколько стоит участие в передаче, Первого канала, чтобы сообщить, например, о том, что человек, возьмем невинно обвинен. Честно говоря, миллионы. Не знаю, думаю, что много. А девушка, которая разделась на Красной площади, написала свободу Анне Ивановой или Ивану Петрову, по крайней мере, дает возможность показать, что вот эта проблема есть, и человек... Я все понимаю. И поставить вопрос. Я свое отношение к мнению... Может быть, он неправильный, но он мое. В принципе, это вполне логичная ситуация, когда какие-то... какая-то несбалансированность, в принципе, общественная рождает, соответственно, какой-то выход за норму. Когда выход за норму происходит где-то там, он происходит где-то еще. И можно я еще раз мы подошли к этому, задам вот такой вопрос. Как вы думаете, вот на что больше обратит внимание общественность? На академическую статью о правах женщин, о женском обрезании, о дискриминации? Или на обнаженную на Красной площади девушку? Что больше привлечет внимание общественности? Зависит от того, какую общественность мы берем за ту, которая может, допустим, что-то изменить, если цель повлиять на активную прослойку или цель повлиять на какую-то так называемую еще интеллигенцию, если ее выделять. Вот это тоже зависит, потому что одна акция привлечет внимание одних людей, а другие люди серьезно отнесутся к какой-то продуманной академической статье, вот как вы говорите. Вопрос к вам обеим. Я бы хотела уточнить. Вы когда-нибудь пробовали опубликовать свои мысли, свою статью в серьезные издания, которые читают массовым тиражом? Я профессиональный публицист. То есть вы публицист, да? Нет, я не публицист, я представитель иностранного языка, но именно такая специальность я называю публицист. Вы публикуете, наверное, отраслевые журналы, специализированные. А вот если, например, вы хотите свою гражданскую позицию, отразить в российской газете? Честно говоря, я этим не занималась. Я думаю, что это непросто. Я думаю, что это в большой степени мафия, к сожалению, как и много. И приходится приходить к подобным акциям, понятно, которые подожжение двери. Все понятно. Или там... От безвыходных ситуаций, иного способа обратить на себя внимание нет. Нет. Спасибо. Нет. С праздником. Спасибо. Почему женщины боятся феминизма? В общем-то, понятно, почему мужчины его боятся, потому что им есть чего бояться, собственно. Но довольно странно и грустно видеть феминофобию и антифеминизм от женщин. Но, тем не менее, нужно признать, что у этого есть причины. И первые, которые заключаются в определенных стереотипах, и первый из них, я бы сказала, что это искреннее беспокойство за мужчин. Мужчины действительно очень сильно распиарили свои страдания. Даже женщины
когда говорят об этом там, в отношениях с мужчинами, они зачастую принижают и обвиняют себя, говорят, что ну, мы же их пилим, мы же им капаем на мозги. Не буду употреблять то слово, которое часто употребляется в данном контексте. При этом нет понимания, что там, в мае в очередной раз говорить мужу «вынеси елку», и каждый там вечер, когда у тебя плохое настроение, сбивать жену, это немного разного уровня проблемы. И мужчины еще часто очень говорят о том, что психологическое насилие — это там, очень-очень страшно. И ставят его на одну, на равные чаши весов с физическим насилием, но нужно понимать, что психологическое насилие в виде оскорбления, унижения, обесценивания, газлайтинга является отдельной частью физического насилия. Физического насилия нет без психологического. Поэтому такого, что с одной стороны физическое насилие, а с другой психологического, такого просто нет. Но, тем не менее, во всех анекдотах, байках, ситкомах проводится мысль, что вот для мужчины так ужасные отношения с женщиной, что мужчины так не хотят брака, это потеря свободы, там, личности, денег, что это там очень мучительно. Хотя исследования показывают, что брак намного больше полезен для мужчины, чем для женщины. Например, мужчины, стоящие в браке, живут дольше, чем холостые, а женщины, наоборот, стоящие в браке, живут дольше, чем незамужние. Также мужчины больше удовлетворены жизнью, женатые, чем замужние женщины. Что, в общем-то, неудивительно, потому что быть человеком, который там лежит на диване и получает все виды обслуживания, гораздо комфортнее, чем быть человеком, который обеспечит это обслуживание. Но, тем не менее, такой имидж у мужских страданий от брака и от отношений и женской выгоды от этого настолько типичен для общества, что женщины действительно в это верят. Был случай, когда я одной своей подруге, женщине очень далекой от феминизма и вообще там от каких-то таких идей, стала рассказывать, собственно, чем мы занимаемся, о чем это все. И первый же ее вопрос, очень встревоженный, был: а кто защищает мужчин? И у такого, ну, якобы беспокойства есть на самом деле очень глубинные причины. Дело в том, что женщины боятся, что если они будут неудобными, строптивыми, если они будут демонстрировать лояльность, играть в игру «я слабое, глупое, беззащитное дитя», то они лишатся защиты мужчин. Тут нужно они не понимают, к сожалению, того, что мы, собственно, феминистки, боремся с самим этим миром, с самой системой, где женщинам требуется защита, потому что, собственно говоря, это защита именно от мужчин, не от каких-то там леших, оборотней, а от конкретных обычных мужчин, которые ходят по улицам. И для нас, ну, наши действия в виде отказа от каких-то надежд на защиту мужчин, на их там поддержку, это логично, потому что мы верим в мир, где женщины не будут нуждаться в защите от мужчин, где они будут сильны, уверены в себе, самостоятельны. Но у этих женщин-антифеминисток нет веры в этот мир, и это, в принципе, логично, потому что с самого детства им вдалбливается, что женщины без мужчин никто, абсолютно никчемное, беззащитное существо, которое одно не проживет. Самое удивительное, что, учитывая, какое количество случаев домашнего насилия, которому подвергается каждая третья женщина, становится понятно, что, собственно говоря, чаще всего мужчины, которым делегировано функции защиты, опоры и так далее, как раз становятся самыми главными агрессорами, от них исходит максимальная опасность. Но, к сожалению, даже те женщины, которые столкнулись с этим самостоятельно, все равно не могут поверить в то, что это системная проблема. Второй стереотип, вторая причина антифеминизма – это вера в какой-то лучший мир, который когда-то был без феминизма, когда все было так хорошо. Сейчас женщины так мучаются.
Возможно, вера в это коренится в каких-нибудь красивых романах, где женщины сидели только в своих красивых домах, играли на рояле, и вокруг них роились толпы поклонников, которые мечтали их сделать своими женами и осыпать любовью и вниманием. Но на самом деле, в общем-то, и сейчас можно родиться в сословии примерно таком же, о котором шла речь в этих романах, и тоже получать огромное количество внимания мужчины и предложений матримониального характера. При этом гораздо выше шанс, как и крестьянки, и служанки, которые, находясь за кадром, обеспечивали все это благополучие и, собственно, были его единственной опоры в материальном плане. Точно так же сейчас гораздо больше шансов родиться женщиной обычного, то есть женщиной материального положения, простой рабочей лошадкой, которая тяжело трудится на своей работе и во вторую смену обслуживает полностью своего партнера, а не как бы дочка олигарха, которая только и делает, что выбирает из поклонников, которые хотели бы ее заполучить в жены. Ну и кроме того, я думаю, стоит задуматься о том, что, собственно, богатство этих женщин, дворянок и аристократок, которые в праздности проводили свои дни, не приносило им особого счастья. Потому что сейчас, если женщина обеспечена в частном порядке, то она может со свои деньги себе купить недвижимость, машину, поехать одна путешествовать и получать с него какое-то удовольствие. В то время богатство мужа, собственно, никакого личностного развития женщине не гарантировало, даже скорее наоборот. Ну и, в принципе, я думаю, что этот стереотип вполне лечится такими простыми вещами, как просвещением по поводу того, что и раньше до феминизма не так уж хорошо жилось женщинам, и сейчас в тех странах, куда не добрался феминизм или в очень малой степени добрался, им не живется хорошо, далеко. Третья проблема, третья причина антифеминизма – это заблуждение женщин по поводу того, чем, собственно, занимается феминизм, и о чем он весь, что делают феминистки и так далее. Эти заблуждения, к сожалению, очень живучи, потому что если признать, что как бы, феминистки не живут в мире ужасных фантазий своих и не занимаются какими-то выдуманными вещами, а на самом деле все прекрасно, то придется признать, что, в общем-то, эти проблемы есть, и наш мир не так идеален, как хотелось бы. А если это признать, то может быть очень грустно из-за того, что нет никакого справедливого мира, в котором с хорошими девочками ничего не случится, если они будут себя хорошо вести. Нет никаких защитников, на которых можно положиться и довериться во всем. И вообще, большая часть вещей, в которые ты веришь как женщина, просто удоблены тебе обществом мужчин, в интересах мужчин, и совершенно не имеют никакого отношения к реальности. И поэтому намного проще просто отсекать, отметать, отфильтровывать всю информацию, которая может нарушить эту картину мира идеального. Были такие случаи, когда женщины, совершенно далекие от феминизма вообще во всех его проявлениях, мне, собственно, там, ну, практикующие феминистки в некотором отношении, когда я пыталась им рассказать о каких-то конкретных вещах, которыми занимаются феминистки, о конкретных проблемах, которые феминизм пытается решить, снисходительно говорили: «Лен, ну ты что, это же вообще не про феминизм, феминизм просто ни при чем. Если действительно вот эти ужасные вещи, о которых ты говоришь, существуют, то, ну, как бы решать их — это просто гуманизм, это просто цивилизация, как бы это норма, чтобы их не было. Феминистки — это какие-то безумные тетки, которые травят физиков за их рубашки, которые запрещают слова «мисс» и «миссис». Есть одна знакомая, которая действительно верила, что феминистки запретили слова «мисс» и «миссис». Не знаю, смогла ее переубедить или нет. Но, в общем, такие разговоры происходят. И, к огромному сожалению, эти женщины не будут сознательно делать каких-то попыток разобраться в ситуации. Они с гораздо большей вероятностью будут читать книги Никонова, Протопопова, Новосёлова и прочих совершенно ужаснейших жен-ненавистников.
которых содержатся те идеи, в которые они верят, о том устройстве мира, в который они верят. Даже если там будет написано, что у всех женщин есть мощные жвалы, чтобы разрывать невинных мужчин, и ядовитый рог на лбу, они скорее поверят в это, чем просто захотят оглядеться по сторонам, увидеть, что все устроено, мягко говоря, по-другому. Скорее, чем прочитают, допустим, книгу Наоми Вульф «Миф о красоте» или еще какие-нибудь книги, которые могут подорвать привычную картину мира. К счастью, таких женщин все-таки не очень много, и я думаю, что, может быть, наиболее эффективная стратегия — это от них уже наконец отстать и обратиться к женщинам, которые готовы быть переубеждены, по крайней мере, фактами, статистикой, реальными историями, которые не будут просто отвергать это все. Может быть, когда наше общество придет к тому, чтобы быть антифеминисткой считалось таким же странным и постыдным делом, как сейчас быть феминисткой, эти женщины тоже присоединятся к этому повороту и тоже изменят свою позицию. На данный момент нет таких возможностей, таких ресурсов, такой силы, о которой пишут феминофобы, мизогины и всяческие другие антифеминисты. Если их почитать, то окажется, что феминистки просто везде, они все заполонили, всех угнетают, все запрещают, и кругом сплошные страшные феминистки. Это вызывает некоторые ассоциации с анекдотом, который начинается с фразы «Рабинович, зачем вы читаете антисемитскую прессу?». Конечно, читать оскорбления в отношении себя и других феминисток не очень приятно, но, с другой стороны, это страх мужчин очевидный, того, что женщины поднимут головы, что они выступят, что они начнут делать то, что хотят, а не то, что от них требовали мужчины веками. Он очень вдохновляет, потому что у меня есть надежда, что этот страх когда-нибудь оправдается. То есть феминизм — это женский шовинизм, по-вашему, женский, да? Женщина — это не любящая? Или наоборот, я даже не помню. Так. Ну, вы держите розу, ну, я так понимаю, вы получили поздравление с 8 марта, правильно? У вас тоже. Нет, вы получили поздравление, правильно? Вы в курсе, что это за праздник? Да, это международный женский день. А что он выражает? Откуда он появился? Откуда он такой вот? Ну, не знаю, мы не в курсе. У вас листовка, да? В университете получаете высшее образование, да. Здесь про историю вашего мата. Вы в курсе, что это праздник, что право на высшее образование женщинам дали именно феминистки, суфражистки, первое направление, первая волна? 8 марта — это праздник борьбы за права женщин. Скажите, вы как считаете, вы не чувствуете, что вас в институте, на работе, в семье ущемляют просто потому, что вы женщина? Нет. Это не ощущаю. Ну, например, не бывает такого, вот я тебе муж сказал, и ты будешь делать тут что-то там, я там тебе отец сказал. Такого не бывает? Нет. У нас очень добрые родители. Ну, то есть вы понимаете, что родители не всегда будут такие добрые. Да. Как вы относитесь к борьбе за права женщин? Поддерживаете? Конечно, поддерживаю. Против этого. Против? Да. А против будет? Почему? Мы против заущемления претензий. Вы против чего? Против ущемления? Да. А. Каждый человек имеет право. Да. Что за вопрос? Это вот один из них. Это проходит в ситуации. Помогите.
Здесь программа фестиваля. В рамках фестиваля, посвященного 28 марта, правам женщин. Вот, сходите, еще будет много событий до 12 числа. Спасибо большое. Кто-нибудь придет. Спасибо. Праздник наступающий. Женщин имеет равноправные права с мужчинами. Как вы относитесь к этому? Нормально, если это не фанатично. Если нет фанатизма. А фанатизм – это оголтелое убеждение людей в том, что ты прав, без понимания проблемы. А феминистки кого-то отпугнетают? Нет, если это умеренный феминизм. А вот что значит неумеренный и кого? Умеренный. А неумеренный, вы что представляете, под умеренным и неумеренным? Неумеренный – это фанатичный феминизм. Они кого-то угнетают, да? Ну да, может быть. А кого, например, и чем это выражается? Тех, кто с ними не согласен, а выражается, не знаю, например, в интернете. То есть, я так понимаю, вы подписаны на феминистские паблики? Нет. Но я смотрю, вы так осведомлены. Ну, я представляю, что... О том, что там существуют такие дискуссии. Да, да, да. А вы поддерживаете движение феминизма? Не знаю, наверное, да. А вы их позиционируете себя как феминистка? Нет. А почему, если вы поддерживаете движение, но... Если считать стилем жизни, то да, поддерживаю. Если говорить о том, что какие-то постулаты, права, и говорю, что да, я феминистка, то не поддерживаю. Может быть, правильнее было бы сформулировать, что вы придерживаетесь феминистских взглядов, но не являетесь неактивистом? Да, да, может быть. А с праздником вас! Спасибо! Когда женщины борются за права женщин. А вы позиционируете себя как феминистки? Нет. А с чем это связано? Почему? Все устраивает. Все устраивает. Вы считаете, что ваши права не ущемляются, что все хорошо? Нет, нужно бороться за них. Пока мы в таком возрасте, наши права не ущемляются особо. Не сталкивались с этим. Я понимаю, что вот вы, если бы вам было там сейчас по 60, то уже можно было бы, но у вас же впереди, в общем-то, жизнь, как я... Понимаю, вы же понимаете, что вы можете столкнуться с ущемлением прав на работе, на дискриминации по службе. Вы считаете это справедливо? Нет. Значит, вы поддерживаете идею того, что женщина дает равные права с мужчиной, что она не должна просто из-за того, что она девочка, иметь чего-то меньше, не получается, вот, допустим, вы закончите университет, пойдете работать, и будете получать на 30% меньше, чем мужчина. Вы считаете это нормально? Нет. А вы готовы против этого бороться, например? Каким образом надо? Ну, может быть, да, присоединиться к феминистскому движению или находиться какие-то другие способы борьбы. Наверное, если буду еще. Праздником вас! Спасибо. Мы еще отбили. Девушки в метро, да? Да. 28 марта. Чисто для меня. Ну, как давайте сначала в глобальном, а потом чисто для вас, раз у вас есть такое разделение. Академических того, вот таких-то выкладок. Просто как для вы понимаете вас. Это снова? Ну, для меня, наверное, феминизм — это права женщин в отсталых странах, да, за образование, за то, чтобы работать наравне с мужчинами, ну, если этого женщине хочется, наверное, это. Ну, а в развитых странах? Образование, в первую очередь. В разных странах я считаю, что... Нет, наверное. Феминизму нет места, потому что он женщины так наравне. Уже все нормально. Мужчиной, да. А как вы относитесь к России? Вы к каким странам здесь причисляете? Ну, у нас скорее страна патриархальная. У нас все-таки, наверное, все-таки мужчина немножко выше. Мужчина немножко выше, но я не чувствую себя тут ущемленной. По правам вообще никак. Вы считаете, это правильно такое распределение сил? Что мужчина выше, мне кажется, женщина для нас, ниже? В силу нашего исторического уклада, феминизм не актуален. И... Вы считаете, что лучше придерживаться? Нет, я не считаю, но я себя не чувствую ущемленной, скажу так. Хорошо, а вот, например, когда, ну не знаю, если там у вас брат в семье, хотел ли ваш отец сына, но когда вот вы слышите, что когда отец попрекает мать, а ты дочку родила, и при этой дочке, ну вы же знаете, что такие ситуации существуют. Вы не чувствуете себя ущемленной? Ну, мы не сталкивались с этим, поэтому тяжело. Ну, лично. Но вообще это плохо, это в голове у мужчины что-то, поэтому неправильно. Ну, я, например, тоже единственная дочь в семье, я никогда не слышала. Но я когда слышала там это либо в фильмах, либо в других семьях, что там, например, ну, я, например, себя чувствовала себя очень ущемленной. Я понимаю с вами, я вас понимаю и поддерживаю, это неправильная позиция, потому что ребенок, это есть ребенок, и самое главное, чтобы он был здоровым. Вот, это проблема отца исключительно. Да, это проблема отца или матери, если у нее такое было есть. То, что
из губернаторов женщин можно, ну, пальцев одной руки хватит, чтобы пересчитать. Ну, где-то их 3 или 4 так колеблется. А вы не чувствуете здесь себя ущемленными? Опять же, в силу патриархальности нашей страны. Вас устраивает такой вклад социальный? Я не думала на Я не говорю даже о том, что вы там куда-то баллотироваться собираетесь, но, например, что решение за вас принимают мужчины. Например, в Абхазии запретили аборт. Совсем. Даже если... Грусть. Вы понимаете, нас тоже что это такое возможно в России? Православная церковь, которая очень активизировалась, да, плохо относится к абортам. Услышала, да, и про Мизулину. Милонов еще есть очень. Так, еще вопросы? А чем в Думу собирается Стерлигов? Герман, который женщина вообще не считается за людей. Это больные на голову люди, поэтому... Да. Эти больные на голову люди завтра окажутся у власти. Вы считаете, что нужно бороться против этого? Против больных на голову людей, конечно. Да, ну, то есть они составляют... Их единицы. Вы считаете, что все в стране все нормально или же нет? Вот вы знаете, что вы получаете на 30% меньше, чем мужчины в среднем. Мне кажется, эти больные люди, они скорее фрики нашего политического государства, и без них оно не было бы столь интересным. Нет, я за, чтобы женщины шли во власть и баллотировались. Но опять же, зависит от их программы, понимаете, что они двигают. Если женщина Мизулина, она двигает аборты, то я не буду за нее голосовать, несмотря на то, что она женщина. Я проголосую за мужика. То есть тут пол не имеет значения, что он предлагает. С праздником вас! Спасибо большое. Спасибо. Ну, в общем, ну, начну я тогда с того, что для меня феминизм. Я бы хотела сказать, что, ну, просто обычно говорят там стандартные штуки, что типа борьба за равные права женщин. И мне кажется, очень важно дефиксировать этот момент, что как бы есть что-то очевидное, там, например, отмена там статьи, которая запрещает женщинам в России работать там на, ну, этот список из 456 работ, но есть менее очевидные вещи, как, например, мне кажется, что феминизм там это обязательная позиция по отношению, например, к Путину, потому что Путин как бы это власть сильной руки, это маскулинность, это мачизм. И феминизм в такой ситуации обязан как бы быть против этого. И это, об этом часто забывают. Об этом особенно забывают, когда, как вот в последнее время, ты говоришь, да, шутка неэтична, или там, эта картинка неэтична, или это высказывание неэтично. А тебе говорят, а вот оскорбление чувств верующих. Пытаются встроить тебя в консервативный дискурс, забывая таким образом о том, что ты как бы сама по себе являешься противницей этого консервативного дискурса. Ты не можешь как бы в него встроиться, потому что все, что ты постулируешь, это как бы оно этому противоречит. Не может быть законодательство для оскорбления чувств верующих там, при полной победе феминизма. На самом деле, и важно еще было очень сказать, что интерсекциональный феминизм, он же как бы не только про белых и цисгендер женщин, и у нас тоже об этом почему-то забывается. Ну, то есть, когда в фемпространстве, там, не знаю, начинаешь говорить про проблемы лесбиянок, а тебе говорят, ну, типа, это в первую очередь фемпространство, не ЛГБТ-пространство. Ну, такой, воу-воу, погодите, но все же лесбиянки женщины, типа, как так? И важно не забывать, да, что контекст очень широкий, и ни в коем случае нельзя его редуцировать до каких-то очень простых схем, что это обязательно приводит к неприятным ситуациям в дальнейшем, с которыми мы уже сталкивались исторически, и повторения которых я бы не хотела. Но относительно стереотипов о феминизме у меня очень много смешных историй, потому что их мне регулярно поставляет моя мама, которая... Ну, то есть там очень интересная история, что моя мама занимает оппозиционную позицию, вообще там рефлексивную позицию относительно там правительства и политики государства, но в то же время транслирует какие-то абсолютно дичайшие стереотипы. И вот мы с ней, у нас неактивные конфликты в последнее время там на тему того, что, например, я хочу уехать по обмену учиться в Финляндию, она мне рассказывает, что от меня уйдет мой молодой человек, потому что это мужская природа, что мужчине нужен секс, а без секса, значит, никаких отношений. Ну, на что я, конечно, ответила, что я тогда женюсь в Финляндии на женщине, со всеми мужчины такие мудаки. Мама, конечно, не нашлась на что ответить.
Вообще относительно стереотипов, которыми транслирует мама на тему феминизма, недавно был вообще супер перл. Она мне сказала, ну, то есть она долго молчала и сказала мне очень серьезным, задушевным голосом: «Саша, ну как ты можешь быть феминисткой? Ведь у тебя в семье одни мужчины. Кот мужчина, собака мужчина, парень есть». Мне стало так смешно, ну, потому что обычно же как бы феминистка — это та, у которых там, у которой много домашних животных и всякое такое. И тут, получается, мама разрушила стереотип, который на меня транслируют в медиа. То есть мама говорит: нет, никаких типа 40 котов, так все неправильно, ты не можешь быть феминисткой, если это 40 котов. Очень смешно. Относительно других стереотипов, на самом деле, не знаю. Ну, то есть... Несколько раз мне говорили, что я там на кого-нибудь обижена. Ну, например, я обижена на мужчин. Тоже, когда я уточняла, что они имеют в виду, люди обычно переходили на какие-то уже вообще эпилептические оскорбления. Ну, то есть просто уходили в какую-то истерику. Было очень смешно, когда я ездила с плакатом на тему пропаганды гетеросексуализма. Ну, там типа на плакате было написано: пропагандирую ли я гетеросексуализм, обнимая своего парня в метро. Ну, понятно, аллюзия к какому закону это. И в комментариях, ну, я выложила, собственно, отчет в рамках Тихо-пикета. И я в комментариях там увидела, мне молодой человек советовал найти парня. Ну, и мне, конечно, стало очень интересно, что именно он имеет в виду. То есть еще один парень, типа, полиаморная семья, неужели настолько прогрессивный? Ну, это вообще как бы все в тему о феминистках, потому что, на самом деле, относительно активистов очень много стереотипов, которые очень часто перелезают на феминисток, с феминисток на активисток, и они как-то друг между другом циркулируют. Ну, то есть там даже всякие экоактивисты получают там ответ, что вы просто страшные, там, и у вас мужика нет, и поэтому вы этим занимаетесь, хотя, как бы, какой мужик, какой, типа, ну, это же вообще не имеет отношения. Очень интересно. И не знаю. А так в основном я не сталкиваюсь со стереотипами в своем окружении, потому что у меня окружение так как-то сложилось. Я просто учусь в двух вузах, и у меня довольно рафинированная прослойка людей, с которыми я общаюсь. Иногда, конечно, вылезает что-нибудь вроде: нет, ну мне, конечно, нравится феминизм, но не который, типа, призывает не брить подмышки. Что, блин, что ты имел в виду? Но, в принципе, как бы давно уже чуть не сталкивалась с стереотипами, ну, не считая там того, что мне мама звонит, рассказывает про домашних животных. Да. Но относительно стереотипов, которые есть у феминисток, так относительно простых людей, на самом деле хотела сказать не за всех феминисток, а хотела сказать относительно феминизма в академии, ну, то есть феминизма в научной среде. Меня просто наболело, что люди из научной среды считают, как бы, людей не из научной среды за идиотов. И это на самом деле, ну, как бы, я понимаю, почему это так и как это работает, как выстраиваются иерархии, там, бурдюев, все дела. Но, тем не менее, это не делает для меня такую позицию этически приемлемой. Ну, то есть, как бы, вы тут пропагандируете, там, типа, давайте, там, феминизм сестринства. Но при этом вы считаете, что, типа, активистки не из академии, там, не true, там, плохо шарят в матчасти, там, вот это все, это вообще, ну, не очень. И люди из академии очень часто забывают о том, какое количество привилегий помогло им попасть в эту академию, что, например, у них там было, был там какой-нибудь богатый родитель, который смог спонсировать там вплоть до аспирантуры, потому что очень сложно совмещать, на самом деле, учебу и работу. И очень важно в таких ситуациях, ну, чекать свои привилегии и понимать, что, как бы, сестринство не заканчивается там на классном лозунге, и надо с уважением относиться к другим участницам движения. Но вообще, как бы, я просто не хочу обобщать, и я не знаю, какие еще проблемы существуют. Я говорю о проблеме, которая волнует меня, что внутри, как бы, в низкой среды зачем-то выстраиваются там иерархии на классную академическую феминистку и там неклассную феминистку-активистку. Так, в общем, надо делать.
и не надо выстраивать иерархии внутри активистского движения, не надо говорить, что офлайн-активизм, это true-активизм, вот мы там типа с плакатами стоим, это мы реально чем-то занимаемся, не то, что ты типа на диванчике сидишь. Офлайн и онлайн-активизм одинаково важны. И ты не становишься феминисткой, когда ты там начинаешь заниматься активизмом, а те, кто не занимается активизмом, не феминистки. И меня больше волнует как раз на такие стереотипы, что происходит как бы продуцирование стереотипов непосредственно внутри феминистского движения. Это очень болезненный процесс. Есть, конечно, стереотипы о людях, которые не причастны, вообще ничего не знают о феминизме, но я не берусь об этом судить, потому что я с таким очень редко сталкиваюсь сама. Вот. Бывшая. А вот интересно, две минуты. А почему вы ушли оттуда? Почему вы стали бывшей феминисткой? Ой, потому что у меня была подруга, и она была радикально феминисткой. То есть она такая, женщина не выше мужчины, это не, ну, как бы, я посчитала, что тут, если уж быть такой не радикальной, а скорее, ну, либеральной, то есть вот 50 на 50, то есть, как бы, не надо ущемлять в чем-то мужчин и думать, что они такие все сволочи, если тебе кто-то, ну, вот один мужчина, там, или там парень, вот, доставил неприятности, то это именно единичный случай, частный, и надо именно вот на него как бы и гнать. А как бы на всех, на все мужское население не стоит как бы распространять это. А скажите, вам не кажется, что вот, ну, то, что мужчины обижают женщин, это носит не единичный индивидуальный характер, ну, один вот такой действительно козел, нехороший человек попался, а он носит системный характер? Вот, например, сексуальное насилие, вы знаете, да, что 1%, и 99% жертв – это женщины. То есть насильник всегда, почти всегда мужчина. Ну, вообще-то всегда, в общем-то. Но бывают случаи, когда мужчины насилуют мужчин, но и женщины бывают осуждены там за развратные действия, ну, по отношению к несовершеннолетним, как, например, Дженнифер Финчер. Ну, там мальчики по 17 лет и учительницу посадили на 20 лет в Америке. Есть такой случай. А, ну, это уже... Но это настолько вот исключительно. Да. Скорее. Ну, как сказать, я в курсе, я читала там определенную литературу, меня там снабжали вот этой литературой, Вирджиния Вульф писала, и про то, что я в курсе, что даже в России почти каждая пятая женщина может быть изнасилована в бытовых условиях, потому что, ну, вот она не хочет, к примеру, там, половым актом заниматься, а муж хочет, он не устал, а она устала после работы, и то есть я вот в курсе всего этого, ну, я просто, я не знаю, вот, чем помочь, и я считаю, ну, как бы я за равноправие, за разделение супружеских обязанностей и по дому, и по детям. И, к примеру, вот мне нравятся скандинавские страны, потому что, по-моему, в Швеции там именно в основном мамы в бизнес уходят, зарабатывают деньги, а папы там с колясками гуляют по паркам, там в поликлинике ходят. То есть вам устроила такая система, да? Ну, она мне как бы, ну, как бы, она мне как-то импонирует. Но в то же время как бы привычно, что женщины, они более чувствительные натуры, они более, ну, не знаю, как бы... А вы не считаете, что это стереотип? Ну, и что это, ну, результат социализации? Ну, мы же должны опираться на традицию какую-то, на то, что было до этого. Ну, вот такой же, к примеру... мы должны, если эта традиция против нас, например? До этого, зачем на это опираться? То есть раньше совсем были очень жесткие примеры. Нет, это, конечно, да, вот меня бы тоже сейчас сожгли, потому что я рыжая и все такое. Рыжая с зелеными глазами кандидат. Да, еще если бы... Нет, у меня нет черного кота. Ну и хорошо, в общем-то. Ну, нет, как бы, по идее, ну, нельзя отрицать то, что было в прошлом. То есть вот с Лениным, к примеру, Ленин, он как-то выступал даже за женщин, то есть он нам дал избирательное право. Ну, не только вот. Ленин, а Ататюрк, например, если вы слышали такую фамилию, первый президент Турции. Так, это какое время? Это 30-е годы прошлого века, когда первый президент Турции, который сделал Турцию республикой. Он в какой-то степени он даже насильственно вот вводил вот эту эмансипацию, даже вот там... Он дочерей, вот все у него дочери, они были приемные, одна у него летчица, другая. То есть он в Турции вот как раз вот, ну, даже дошло до того, что он насильственный, потому что другого выхода не было. А вот скажите, вот если традиции, ну, они не в ваших интересах, стоит ли на эти традиции опираться? Ну,
я думаю, если они как бы за грани разумного, то есть, не знаю, вот, к примеру, место женщины на кухне, как бы я не разделяю этого, потому что, конечно же, каждый человек, независимо от пола, имеет право, не знаю, и на отдых, и на любую профессию, как бы, ну вот... Как бы иногда я даже и не понимаю, почему какие-то ограничения. Но вот раньше, к примеру, вот даже Макдональдс, он был... Раньше там в основном были служащими только парни, и туда не допускали девушек. А феминистки тут поработали и стали принимать в основном девушек. Я вот не знала, кстати, это в Америке, наверное, да? Да, это сначала от Америки пошло. Вот, но там форма, конечно, особая стала приниматься, то есть рубашки пола. Я просто сама работаю в Макдональдсе, поэтому я в курсах. Потом, ну, обязательно кепочку, нельзя вызывающий макияж, ногти всегда должны быть коротко подстриженные, без маникюра, никаких украшений, ни серьги, ни кулоны. То есть это надо соблюдать. Корпоративный стиль. Это, да, это такой стиль, именно чтобы не привлекать мужчин и как бы, ну, не отвлекать, короче, от продукции, которую ты должен продать. Ну, то есть вот в чем-то, да, вот как бы избирательное право, вот я как бы, ну, первые суфражистки, как бы, вот, в этом они постарались. В общем-то, хорошо владеете информацией, и то есть вы себя, как, ну, сейчас себя феминисткой не считаете, хотя, в общем-то... Почему вы назвали себя бывшей феминисткой? Ну, потому что, наверное, я все-таки феминистка, это которая ходит в логотипах, ну, вы знаете, да, фиолетовый цвет в основном, да, вот такой кулак вверх и зеркало Венеры, вот я в курсах, я ходила на митинг как-то, на марш мира, нашу феминистку. То есть вы были еще недавно, я да, так понимаю, вот это год 2014, да? А, нет, по-моему, позапрошлым летом. Да. Короче, да, нашу колонну пух и прах, перцовый баллончик в лицо, нет. То есть вас из-за перцового баллончика в лицо отошли от феминизма? Нет, конечно, не из-за этого. Я еще где-то 50, полгода еще как бы активно в этом участвовала. Я как бы подписана на группы, там моя подруга там активно админом является. Но дело в том, что она радикальная. А я вот радикализм как бы все-таки не приемлю, потому что я считаю, что есть и хорошие мужчины, и хорошие женщины, и плохие женщины, и плохие мужчины. И тут все-таки условия именно, тут воспитание, все идет. Нет, это все, я думаю, вряд ли кто-то с этим будет спорить, да, но есть вещи, которые системно, ну, например, вот отношение к женщине как к обслуживающему ресурсу, это же системно, это же не конкретно мужчина придумал. Ну, как к сексуальному объекту. Вам когда-нибудь свистели на улице? Или причмокивали, как корове? Вот. Ну нет, вот так вот. Мне повезло, наверное. Нет, да, особенно еще в южных странах бывает. Ну, даже в Москве так бывает. Вам как-то кажется. В Египте вот, бывает. Стоит против этого бороться вообще? Или что, вот, страшно ходить по ночам? Особенно если оденешься. Красиво. Ну, я красиво не одеваюсь по вечерам. Ну, я... Мне все равно. Ну, то есть вы же не одеваетесь. Почему? Вы не хотите просто красиво одеваться? Или вы опасаетесь? Ну, ночью в короткой юбке. Как бы я считаю, что каблуки это неудобно. И как бы я в курсе, что ахиллесовое сухожилие из-за этого укорачивается. И позвоночник. И позвоночник нагрузка огромная, да-да. Поэтому как бы лучше спортивный стиль, и как бы он мне идет даже больше, чем что-то там такое декольтированное, все такое. Ну и ну, на самом деле я не боюсь идти там по темным подворотням, потому что, я не знаю, у меня прям, я как будто бы эликсир удачи пью всякий раз, и прям я уверена, что со мной ничего не случится, но, конечно, вот всякое может случиться, особенно в Москве, особенно вечером, и вот, я не знаю, просто мне везет. Ну, а как вы считаете, справедливо, что вся власть и ресурсы сосредоточены в руках у мужчин? Ну, я думаю, вряд ли вы будете это отрицать, все-таки вы человек образованный. Да, я не буду это отрицать, но в основном надо учитывать то, что женщины, они как бы, ну, конечно же, мы народ рожаем, так сказать, да, и мужчин, и женщин. И как бы это наша первейшая функция, как это мамина. Моей мамы даже мнение, и я его в последнее время стала поддерживать, потому что, ну, все-таки мы продолжательницы рода, потому что без нас бы вообще мир бы вымер, и если бы мы не были такими, не знаю, милосердными, если бы вот у нас какие-то качества не были бы сильно, ну, сильнее, чем у мужчин проявленные, вот, к примеру, честолюбие, не всегда женщина мне даже очень на руку сыграет, потому что она может преуспеть в бизнесе, но по женской части она будет чем-то ущемлена, и это нехорошо. А вот вы сейчас, кстати,
очень интересную тему затронули. А то, что женщинам вот как бы вот эта вот дополнительная возможность, ну, в общем-то, получается, что мир получается в заложниках фактически у женщин. То есть мы можем, то есть мы решаем, ну, выживет этот мир или нет. Она превратилась в проклятие и повод для угнетения, например, запрет на образование долгое время, запрет на карьеру. В принципе, ну, вот как вот вы, вам не кажется вот это, что вот, вот именно это стало основой нашего угнетения? Вот именно наша репродуктивная возможность, ну, которая как бы наше преимущество. Ну, не знаю, я расцениваю именно нашу репродуктивную способность на то, что мы сами можем выбирать себе партнера для будущей жизни, для семейной жизни, и как бы... А партнер считает по-другому, что он имеет право выбирать вас, что вы не имеете права ему отказать, и что он будет контролировать вашу сексуальность. Вот для того, чтобы вы были девственницей, а то там какая-нибудь телегония у него случится. Ой, ну тогда надо слать его подальше, этого Понятно. Партнера. Просто, ну, надо в самой быть избирательной, а не... Ой, все, парень, все, надо родить вот там до 20, все, я не знаю, иначе будет поздно. Хорошо, а как вот вы относитесь к тому, что женщине отказывают в приеме на работу и там в продвижении по службе на основании того, что она будет рожать? Она может декрет, да, взять. Ну да, потому что часто, вот, к примеру, ты получила образование, и ты должна именно вот именно быть в курсе событий, а вот это эти роды, они тебя выводят. Ну, вот даже вот декрет 3 года, да, обычно берут, это может тебя вывести из... Ну, ты уже не будешь так сильно следить за событиями, которые там, не знаю, где-нибудь в банковском деле и так далее. И да, и ты уже как-то будешь, ну, не впереди там. И в основном, да, мужчин берут охотнее, потому что декрета у них нет. Но вот это вот, не, вы не считаете, что вот вы в этом ущемлены потенциально? На самом деле, я не считаю, что им платят... больше, потому что женщина, она берет на себя самое важное, это детей. А дети, они очень много вытягивают из нас ресурсов. Прям вот а если она не хочет брать это на себя? Ну вот, например, у меня есть матка, но я не хочу ей пользоваться. То есть я не хочу... Значит, там... не надо ей пользоваться. Вот, то есть это же не есть постулат, это же не превращает в обязанность. Да, ну а кто сказал, вот если ты хочешь при... Я просто вот именно абстрактно, я не к вам, я на вы. Я просто вот, если ты не хочешь рожать, ты хочешь продвигаться по социальной лестнице вперед, строить свою карьеру, то так надо строить и просто быть, ну, и честолюбивой, и более активной в этом плане. А вы ничего не слышали про стеклянный потолок? Нет, к сожалению. Ну это, да, вот, например, женщина может строить карьеру лет до 35, а потом, когда уже, ну, более вверх, уже становится, причем она уже не родит, ей уже лет достаточно много, она уже не уйдет в декрет, она уже не уйдет на больничный, если у нее там дети есть, они уже, ну, скажем так, достаточно большого возраста, но на высокие должности начинают продвигать мужчин. Это хорошо видно по нашей структуре власти, это хорошо видно по списку Forbes. То есть, ну, я думаю, в русском Forbes вы не найдете ни одной женщины. Хотя я могу ошибаться. Ну, я на самом деле не анализировала вот эти журналы. И, ну, надо тогда просто ознакомиться с этой системой, потому что вот вы мне сейчас новое сказали. Я как бы, не знаю, я считаю, что как бы и женщины тоже на высокопоставленные чины, как бы их тоже продвигали. Правда, ну, они должны быть с определенным взглядом. Скорее таким даже, ну, не знаю, не либеральным. Не демократическим, а скорее вот что-то такое консервативное. И как бы вот, ну, вспомним, недавно умерла, ну, точнее, давно уже, и англичане даже как-то... Маргарет Тэтчер, наверное, да? Да, да. Вот. Она же была железной леди. Ну, кстати, если вы посмотрите фильм «Долгий путь к Финчли», там как раз вот о том, что именно гендерный фактор ей долгое время мешал куда-то продвинуться, там как раз вот эта тема обыгрывается, что когда уже мужчины, которые моложе ее, уже становились депутатами палаты общин, она вот только, ну... с какой-то, причем будучи очень талантливым членом партии, она, ну, первый у нее опыт депутатства, первое выдвижение у нее произошло, ну, где-то около 40 лет. Вот, вот, кстати, вот этот фильм, кстати, более, вот мне он больше нравится, чем вот «Железные леди», вот «Долгий путь к Финчли». Там как раз вот именно гендерный вот это, вот это... специфика, она именно вот в этом фильме раскрывается, вот как женщина пытается войти в политику, как она пытается объяснить, что она тоже такая же домохозяйка, что это не мешает и так далее, как она вынуждена оправдываться.
Да, но я хочу подытожить наше интервью. Да. И я хочу сказать, что просто женщины, они берут на себя, наверное, самое важное — это детей. Потому что, ну, дети — это наше будущее. И как я и хотела сказать, что я уже об этом говорила, что дети, ну, на них очень много средств уходит, и каждый год. И, естественно, из достатков женщин. Вот женщина может, я не знаю, вот у меня есть знакомая, моя тетя, она директор по железной дороге. Она часто командировки всякие, ну, короче, ездит в разные страны. И, то есть она достаточно обеспеченный человек. Она даже зарабатывает больше своего мужа. Вот, но как бы... То есть вот, это доказательство того, что она все-таки пробилась, и она была активисткой со самой школы. И ей не помешало ничего. Она там спокойно себе красит ногти, делает маникюр там за 600 рублей и больше. И то есть, я не знаю, вот и у нее дочка, и все в порядке, как бы, и учится все в порядке. И моя сестра, вот двоюродная получается, она скоро будет поступать вот, в Московский университет. То есть просто мужчинам, ну, меньше заботят дети. Вот. И если бы, к примеру, отцов-одиночек очень... Это тоже, извините, социальная проблема, это тоже проблема системная. А почему? Это его дети. Он такой же отец, как она мать. Ну, тут опять все идет от воспитания. Ну, ладно, извините, да, пожалуйста. Спасибо большое, с праздником. Да. И вас тоже с наступающим. Хотя многие как бы отрицают этот праздник 8 марта. Ну, а мы отрицаем тот формат, как он сейчас отличается, он превратился, ну, действительно, в издевательство. Да. Мы помоем тебе посуду в этот день, а остальное... Да, и вот эти цветочки-мимозочки оставайтесь такими же миловидными еще на корпоративном празднике. Причем достаточно высокий круг. Один генеральный директор выдает основное значение женщины рожать и воспитывать. Это на фирме. И такой 8 марта. Феминизм в широком смысле, да, движение за права женщин. Здесь обязательно возникает сразу несколько вопросов, да, что такое права, и об этом ведутся дискуссии, и, собственно, что такое быть женщиной. И здесь важно подчеркнуть, что нам дается, какие опции, физиологические характеристики даются от рождения, там, генетический набор, физиологический, гормональный, и то, что мы получаем в процессе воспитания, да, в процессе так называемой социализации. Таким образом, для меня феминизм — это поиск вот этих самых настроек, конструкций, которые нам прививает социум. И не только поиск, но и разделение того, что получается, мы получаем при рождении, и того, что мы получаем в результате воспитания и социализации женско-гендерной. Для меня важно искать те материальные причины, которые привели в итоге к тому, что людей, скажем так, с разной конфигурацией органов по-разному воспитывают и готовят в жизни для разных целей. Феминизм как движение, естественно, имеет очень много разных направлений и форм выражения. Поэтому есть, естественно, и более яркие, радикальные, и более, скажем так, такие движения, которые направлены на помощь непосредственно жертвам, больше похожие на волонтерские движения. Но в медиа, как правило, муссируются именно самые яркие радикальные акции, потому, конечно, у обывателя, незнакомого с феминистским движением близко, может сложиться впечатление, что феминизм — это что-то про такую радикальную революцию, про бардак. Но это не обязательно так, потому что феминизм для каждой и каждого, кто придерживается этих идей, он свой. Я думаю, что очень часто кажется, что если человек пошутил сексистскую шутку, сказал какую-нибудь глупость и показал свою, скажем так, непросвещенность в вопросах феминизма и женских прав, то феминистки, я в том числе, то есть никто не без греха, думают сразу, что это потерянный человек, и что с ним не стоит иметь дело, вести дискуссии. На самом деле это не всегда так, потому что достаточно вспомнить, как мы сами приходили в движение, и кем мы были раньше, как мы думали, когда были, допустим, более юными, и всегда ли мы были
всегда ли мы придерживались тех идей, которых придерживаемся сейчас? Ведь что-то повлияло на наше мнение? Кто-то пришел сам через поиск информации в интернете к новым идеям, кому-то помогли другие люди в результате общения. Поэтому мне кажется важным для феминисток не разделять общество и людей на себя умных, которые в белом пальто стоят красивые, и на тех, кто никогда ничего не поймет, потому что он там сексист и все такое. Вот. Поэтому я думаю, что потому что это стереотипное мнение, все люди разные, и можно прийти к феминизму по-разному. Независимость женщин. От чего? От кого? От общества. От общества? Интересный подход очень. А в чем выражается эта независимость? Не готова. Ну, независимость, ну то есть равные права с мужчинами и как бы и право голоса, наверное, так. Вы поддерживаете это? Ну, в принципе, да. Вы считаете феминисткой? Ну, в какой-то степени, да. Но я учусь, и как бы я же учусь на правах, ну, одинаковых вместе с мужчинами, значит, я феминистка. А если не секрет, вы на кого учитесь? Я учусь на геодезиста. Геодезиста. Ну вот, кстати, вот да, ваша это достаточно мужская профессия. Можно потом столкнуться, что девушка в серьезной экспедиции ее лучше не брать, но максимум там подать, там обслужить и так далее. То есть как вот вы вот готовы к такому? Не, ну в принципе, да, я готова, но потому что у геодезистов много полномочий. И то есть мужчины могут, например, работать в поле, а я могу, например, делать камеральные работы. И поэтому это как бы даже немного в плюс. Ну, потому что для женщин это будет сложно работать в поле. А как бы камеральные работы на себя взять, я готова. Ясно. Вот, то есть я не феминистка, получаюсь. Нет. Ну, понимаете, феминизм — это убеждение. Это определенная философия, и если вы разделяете, что права должны быть равны, то, в общем-то, можно спокойно причислять себя к феминисткам. Да, ну, не, ну то, что я сказала, получается, я не совсем феминистка. Но, понимаете, это ваши тоже индивидуальные особенности. Это лично вы не готовы работать в поле. Может быть, какие-то мужчины тоже не готовы. Вы же не считаете, что женщине должно быть запрещено работать? Нет, в поле? Нет, я не считаю. Может быть, какие-то мужчины тоже предпочтут его в камеральные вот эти вот проверки? С праздником? Как-то один вопрос. Феминизм? Да, что такое феминизм в вашем понимании? В моем понимании это, как бы вам сказать, вот женско-мужское начало, и кто-то ставит себя выше, кто-то ниже. А, то есть это именно кто-то, да? Да, это превосходство. Угу. Это феминизм? Ну, в принципе, да. То есть мужчина ставит выше женщины, это феминизм? Ну, почему иногда женщина ставит выше мужчины? Ну, допустим, а если мужчина ставит себя выше женщины, это феминизм? Я вообще за равноправие. Вообще за равноправие. Ну, вот это и феминизм и есть. Это и есть феминизм. Спасибо. Спасибо. Да нет. Равноправие женщин и мужчин. Поддерживаете это? Да, вполне. Ну да. А почему ну да? Ну, потому что точно не могу сказать, так как я еще не определилась в этом мире, поэтому я не могу... Не определились? Не определились. Ну, да, ну еще не определились. Вы не можете назвать себя феминисткой? Да. А вы можете назвать себя феминисткой? Да, вполне думаю. С праздником вас, с праздником. Борьба за права женщин. Вы поддерживаете это? Нет. А почему? А почему нет? Потому что мы православные. Феминистки – это женщины, которые за себя постоят. За себя постоят. Хороший ответ. Поддерживаете? Вы поддерживаете? Нет. Почему? А потому что женщина должна быть женщиной. Мягкой. А если она, например, может за себя постоять, она перестает быть женщиной? Нет, если за себя, она все равно женщина. Но в жизни должна быть женщина мягкая. То есть подчиняться мужчине в чем-то? Ну, не совсем, но уметь. У нее было 3 мужа. И совсем у нее было 4. А вы считаете, что феминизм исключает хорошие отношения с мужем?
Нет, жесткость они не любят. Если, например, сразу обозначить, там, например, границы, там, условия. Конечно, а как же, каждый свои. А вы считаете, что феминизм предполагает обязательно жесткость? Я так предполагаю, что да. Я точно знаю, что у меня муж был военный, он бы не смог. А я считаю, что каждый по-своему. Ясно. С праздником. Спасибо. Спасибо. С праздником вас. Это ментальность человека. Ментальность? Какая? Ну, то, что человек зациклен на каких-то вещах. Феминизм? Да. На одной какой-то вещи, ну, его... А на чем он зацикливается? Не знаю, уже определенность его считается по человеку, по сути его и по мышлению его. Как вы относитесь к вопросу равноправия женщин? Равноправие? Да. Нормально. Вы считаете, что женщины должны быть... А разница в чем? То, что у девушки, извините, пожалуйста, за выражение, две груди и между ног нету, ничего не болтается, а у мужчины между ног болтается, и значит, у него должно быть что-то больше, чем у женщины? Не должно быть. Нет. А, я так понимаю... Мы такие же люди, мы ходим на двух ногах, вы ходите на двух ногах, правильно? Вы тоже думаете мозгами, мы думаем мозгами. А как вы считаете, то, что среди губернаторов, ну, возьмем в России, не будем ходить по миру, женщин всего где-то 2 или 3, это правильно или это... 8. 8. Супер. Может, вы даже назовете? А? Может, даже назовете? Ну, я некоторых знаю. С некоторыми лично знаком. Вот как вы считаете, это нормально или это все-таки перекос? Это ненормально. Должно быть поровну, потому что когда принимается закон, мужчина смыслит со своей точки зрения, а женщина со своей точки зрения. А если будет одинаковое количество, то будет получаться то, что закон будет приниматься и с той, и с другой стороны. А что вы знаете об истории 8 марта? Его вообще придумали мужчины. Два мужчины. Да. Клара Цеткина, Роза Люксембург. А? Клара Цеткина, Роза Люксембург. Но они одевались как мужчины же. И они считали, не что... Не совсем. Ну как, они одевали брюки, носили брюки. Но вообще-то они в юбках. Они в брюках ходили. Вообще, 8 марта праздник придумали два англичанина. Если, ну, на то пошло, с корней, если брать, его придумали два англичанина. А знаете, из-за чего они его придумали? 8 марта. Да. А? Нет, ничего. Не знаете? Из-за того, что, короче, жены постоянно на них ругались и говорили то, что вот у нас нету праздников, вот у нас нету, вот у нас нету. И они придумали, они тогда были очень высокопоставленными чиновниками. Это даже есть как снимки. Все, вы зайдите в Google, пройдите. В Google пройдите, вам даже Google покажет. И то, что 8 марта придумали два мужчины. Они просто были нетрадиционной ориентации. А, и у них были жены, да? У них были жены, но они были нетрадиционными в том числе. Ясно, интересная трактовка, кстати. Я вот, например, такой версии не слышала. В смысле, даже в Гугле посмотрите. А у вас это как это называется? А что такое? Про историю 8 марта. Лично для меня феминизм – это определенная оптика, с помощью которой я смотрю на мир вокруг себя. И... определенный способ мышления, который позволяет мне замечать какие-то неприятные лично мне вещи в поведении окружающих и дает мне не то чтобы силы, но хотя бы инструменты противостоять этому. Но, в общем, если расширить это понятие, возможно, можно начинать какую-нибудь полноценную борьбу за права женщин. 8 марта 2014 года, хотя нет, по-моему, не 14-го, а как раз 15-го, да, 15-го, мы с моим дружком мужеского пола пошли бухать в Килфиш. В курилке ко мне пристал чувачок, ну, такой, знаете, молодой, бритый, ну, симпатичный вроде с виду. И вот, когда я сказала чувачку, что 8 марта — это феминистский праздник, я не знаю, зачем я это сказала, я тогда даже феминисткой не была, он сказал, что я ёбнутая, и что он сейчас ударит меня по лицу. В
вот с этих реакций у меня эти реакции сложили, в принципе, мое понимание того, какие стереотипы у обычных людей есть о феминизме. Ну, стереотипы на самом деле довольно неприятные. Феминистки — это обычно какие-то ёбнутые, недотраханные бабы, которых либо нужно не замечать, либо, ну, если человек, который, собственно, владелец этого стереотипа, ну, сам ёбнутый, то, ну, это может быть... какие-то призывы к насилию, там что, типа, вот, пиздить их надо. Вот, в общем, стереотипы о феминистках — это плохо, но я не думаю, что их можно хоть как-то разрушить, потому что эти стереотипы — это нечто, что преследовало движение просто с самого начала. То есть вы посмотрите какие-нибудь карикатуры из... 1913 условно года, и это совершенно не будет по своему посылу отличаться от комментариев, которые напишет вам какой-нибудь диванный либерал на Ленточе. Так что, не знаю, все плохо. И, собственно, стереотипы феминисток о простых людях, ну, условно простых людях, на самом деле такие же жесткие, такие же иррациональные, как и, собственно, стереотипы противников феминизма, феминисток. То есть в движении очень распространен тот посыл, что окружающий мир — это ад, там, не знаю, там нужно... собственно, в этом аду с тобой могут сделать все что угодно, если ты скажешь там какую-то свою позицию или начнешь чем-то заниматься около феминистским. И на самом деле немногие феминистки готовы к диалогу. Они, ну, как, на самом деле, мне кажется, то, что я говорю, это сейчас вообще почти ни на чем не основано, потому что я не то чтобы очень многих из движения знаю, но все равно сам, короче, стиль поведения — вариться только в собственном соку, общаться только с идеологически правильными людьми — довольно неприятен и как раз все дальше и дальше отдаляет от основной массы людей, которые на самом-то деле даже периодически не разделяются совсем каких-то экстремальных антифеминистских взглядов, и, возможно, к диалогу даже готовы. И из-за стереотипов, которые присутствуют, как бы, у многих феминисток о том, что если ты кому-то рандомному просто скажешь, вот, типа, я фемка, он на тебя наорет, там, захочет тебя отпиздить или что-нибудь такое. Именно из-за этого очень многие боятся принимать участие в реальных действиях, выходить на те же митинги, принимать участие в активизме, даже в интернет-активизме. И, в общем, надо, наверное, это как-то менять. Чего? Феминизм. Феминизм? Да, женская, мощная. Это что, свободное, что ли? Когда... Женское мощное начало. А как вы относитесь к феминизму? Нормально. Ну, я лично не отношусь. Извините, да. А как вы считаете, существует в России дискриминация женщин? Ну, есть чуток. Есть. Чуток есть. Может, ну, пойти дальше, если будет дискриминация? Если там попадут такие, как Стерлигов, к тем, кто там уже есть? Не знаю. Как вывернет нашу политику? А вы как считаете, нужно как-то влиять на политику, чтобы она не вывернула против женщин, ну и против вообще народа? Надо. Мало женщин в политике. Мало. Ну, если одна... тут надежда... Ирина Хакамада у нас одна. Так Ирина Хакамада сейчас две в политике. Она политик. Нет, она уже не в политике. Она... Нет, она давно. Она лет 15 назад ушла из политики, когда вот у нее последняя дочь родилась. Она сейчас преподаватель. Есть свое мужское братство. И пусть баба умнее 3-4 раза и оперативнее, все равно поставят мужчину. А есть возможность, создать альтернативу мужское братство, женское сестринство? И что этому мешает?
где, в чем? Женское сестринство в альтернативе мужского братства. Все должно идти от головы. Ну, головы, вы сами скажете, женщина может быть в три раза умнее, все равно поставит мужчина. Может быть, что-то создать, вот какое-то женское лобби, которое что-то могло бы диктовать условия политики. А что, может, что-то можно сделать? Просто это получается как-то безнадежно и... Молодым тогда дать задание пытается на будущее. Но может создать феминистское движение, женское движение, которое будет требовать женскую партию, в конце концов. У нас нужно разрешение. Ну, я знаю, что нужно разрешение, и что пройти сейчас дому, не будучи представленной там, это тяжело, это практически невозможно. А может быть какие-то вот протест какой-то мирный, я не имею в виду революцию какой-то отечественную, может быть там, ну, выйти с требованием, чтобы нас услышали, как это считаете? Но выборы... РФ только может. И справедливая Россия. Две партии. Ясно. Спасибо большое. Спасибо. А как вы можете это определить, понятие? Феминизм? Ну, да. Своими словами. Когда женщина борется за свои права и отстаивает свое женское начало. Отстаивает женское начало. А скажите, борьба женщин за свои права для России сейчас актуальна? Для России, наверное, она всегда актуальна. Да, почему нет? Просто в России достаточно уже свободные женщины, я думаю, точно так же, как и в Европе, и их совершенно не притесняют, поэтому не знаем еще актуальности. А вы в курсе, что в Абхазии принят закон, запрещающий аборты, даже в случае, если беременность угрожает жизни и здоровью женщин? Даже в случае каком? Если беременность и роды угрожают жизни и здоровью женщин. То есть запрещены полностью. Нет, я была не в курсе. У нас тоже... И что у нас такой закон тоже уходит? Аборты из-за того, чтобы сделать их нелегально. Думаю, что немножечко... Нет, это, конечно, не очень классно, потому что... Да, потому что если здоровье, то... Ну, да, если здоровье, то это должно разрешить, как бы, сделать. А если просто женщина не хочет этого ребенка рожать? Нет, я все-таки нужно рожать, потому что... Ну, просто если смотреть со стороны, если беременная ей лет 15, это может прекратить этот случай, когда молодые девушки беременеют в раннем очень возрасте. Если их заставят рожать, то неповадно будет. Ну, да. А если, например, женщина, ну, вот она не хочет, вот она, если она забеременела, если там, ну, партнер там не применил презерватив, она забеременела, она хочет избавиться от этой беременности, это ее право? Наверное, нет. Ну, это то есть она обязана праве. Родить любого ребенка, она который... Она просто не всем праве решать, кого лишать жизни, а кому ну, дать да, это, жизнь. Конечно, да. Но это убийство. Когда это угрожает здоровью, это должно разрешить, конечно. Что, допустим, бывают такие случаи, когда девушка остается беременной в результате изнасилования. Так, как вот в этом случае поступить? Ей тоже придется рожать. Очень сложный вопрос. Не, мне кажется, что это, конечно, от человека зависит, то есть от его моральных ценностей. Да, то есть ситуация человек не станет убивать человека. Да, ну, хорошо, да вот я так поняла, что ну, для вас, например, аборт – это вещь неприемлемая. А скажите, вот мужчины вообще вправе решать за женщин, могут они себе это позволить или нет? Конечно, нет. Мужчины нет, вообще не имеют права. И как вы относитесь к тому, что большинство, например, губернаторов в России – мужчин, ну, женщин там, ну, такое маленькое меньшинство, что, в общем-то, оно даже практически незаметно? Дело, то, что в России очень много... Ну, что губернаторов, из губернаторов женщин... Что, ну, в профессии мало женщин? Нет, что из губернаторов женщин от 3 до 8 всего. Как вот вы это считаете, справедливо или это... Да, вполне я... Нет, ну это как бы... Если гонит из профессии женщин, то это несправедливо. Но если так получилось в обстоятельствах, то есть... Нет, я не считаю, что губернаторы это избранные. Неинтересно или все-таки, может быть, здесь есть определенный недопуск, а определенное мужское лобби? Да, я считаю то, что... Ничего страшного, там нет все-таки мужчины, это и есть мужчины, не знаю, как это. Ну, то есть вы считаете, что власть должна быть у мужчин? Да. А вас это никак не ущемляет, не дискриминирует? Нет, нет, ни в коем случае. Ну, а если эти мужчины будут принимать решения, которые женщинам, ну, против женщин, которые не в интересах женщин? Вот
это, конечно, да, это уже нехорошо. Это нехорошо. Типа... Вот как приняли в Абхазии. В Абхазии, кстати, единственным депутатом, которая выступала против закона вот этого об абортах, была единственная женщина в парламенте. Ну, так как она была там одна, ее голос не был услышан. Ясно, спасибо. Спасибо большое, конечно. Спасибо. Слушайте, я не очень вовремя, потому что я только что взяла, и я, если честно, не хочу себя утверждать на этом всем. Но что такое феминизм, смотря о каком феминизме идет речь? То есть действительно те регионы в мире, где права женщин не соблюдаются, и за них действительно нужно бороться. Я имею в виду стран третьего мира, например. А у нас в России это соблюдается права? Слушайте, у нас вообще в России проблема с правами человека, на самом деле, это касается не только женщин, касается и мужчин. То есть у нас проблема прав человека, она не имеет какого-то гендерного отличия, скажем так. Вы считаете, что женщин не очень много? Ну, не слышу. В России? Да. Я считаю, что в России вообще ущемляют права людей, потому что у нас авторитарная страна, где могут убить за убеждение, могут посадить за убеждение. И тут не очень важно, женщина ты или мужчина. Ясно. Но эта проблема существует, конечно, но в других регионах она особо более ярко выражена. Ясно. Ну, кстати, очень интересная у вас позиция. Я понимаю, что вы вряд ли это был человек верующий, да? Я верующий. Но права человека для вас тема актуальная достаточно. Очень. А, кстати, вы в курсе, что сколько, ну, немножко не в тему, невиновных людей сейчас находится в местах лишения свободы? Конечно. Ну, вашу цифру можете назвать? Я не могу назвать цифру, я этой темой не занимаюсь. 30% это признал сам Чайка. И я понимаю вас, меня тоже эта проблема очень тревожит. Она вас как-то лично касается? Лично, в том числе, но это просто мое убеждение. Ясно. Ну, с праздником вас! А Чайка – это тот человек, который там должен первый, кстати, говорить сидеть, на самом деле. Спасибо. Что это такое? Это немного тот фестиваль, если еще будет. Если вы этим заинтересуетесь. Вот оно, что вы понимаете? Ну, как, я примерно понимаю. Но своими словами можете сказать? Ну, в общем, это какая-то женщина отвоевывает свои права за равенство, как бы болот. Как вы считаете, это справедливо, это правильно? Вполне себе. Вполне. Как бы нельзя разделять людей на МПЖ. С одной стороны, понимаю движение, но с другой стороны, нет. Потому что все-таки есть какие-то устоявшиеся роли, которые играют мужчины и женщины. И в семье тоже. И это справедливо, что женщины хотят какое-то равноправие, но все-таки не стоит ломать, я не знаю, в семье какие-то пустой. А вот смотрите, вот есть роли, написанные другим режиссером, не вами. Вы, например, создаете новую семью. Не проще ли написать в этой семье роли или, там, например, жить по ситуации? То есть как вам удобно, ну, естественно, сочетая интересы друг друга. Да именно надо сочетать интересы друг друга. Без надо идти на компромиссы. Без каких-то, ну, стереотипов и ролей. Потому что не факт, что мужчина может захотеть принимать ту роль, и не факт, что женщина может захотеть принимать ту написанную роль для нее. Может, все-таки имеет смысл, ну, если, там, например, люди могут существовать вместе, то не искать там какие-то роли, там, а, ну, жить там как-то, ну, удобно друг другу. Именно удобно друг другу. Просто я знаю, что есть такие женщины, которые, там, не знаю, я женщина, а не посудомойка, и, там, поэтому всю посуду в доме будешь мыть ты, потому что я так сказала. Не, а вы считаете, не лучше ли? Нет, каждый должен мыть за себя. И если мужчина попросит, а не помоешь, пожалуйста, мою посуду? Ну, конечно, помою. А вот как вы считаете, домашние дела нужно все-таки поровну делить или вешать их на одного человека? Ну, они вообще-то не вешаются на одного человека. Если надо что-то починить, чинит тот, кто умеет это делать. Если надо что-то приготовить, готовит тот, кто умеет это делать. Андрей любит готовить. Да. Я не люблю готовить.
феминизм — это прежде всего осознание своего положения как угнетенного в обществе, в большом понимании этого слова, и в каких-то личных связях, и затем уже переход к каким-то действиям по устранению этого неравенства. Я думаю, что для большинства феминисток это происходит именно так. То есть приход к феминизму происходит через что-то личное, и только потом происходит переход к активизму. Если посмотреть на свою жизнь со стороны, то есть до осознания себя как феминистки и после, это похоже на такое бесконечное исследование гендерных стереотипов, навязанных тебе еще до того, как ты можешь сознательно принимать какие-то решения и вообще осознавать, что такое правильно, что такое неправильно. То есть это такая бесконечная работа по очищению своей личной, можно сказать, и социальной жизни от сексизма и от внутренней мизогинии, то есть сексизма внутри угнетаемой группы женщин. Феминизм не равно активизм. Безусловно, можно быть феминисткой, придерживаться феминистских взглядов и не занимать какую-то активную политическую позицию. Безусловно, при этом сложно делить одно от другого, потому что феминизм очень завязан на эмпатии, и помимо этого такое большое количество активной дискриминации, насилия, агрессии направлено на женщин, что очень сложно оставаться феминисткой, оставаться в пассивной позиции. Стереотипы о феминизме и о феминистках главным образом, конечно, существуют. В основном это стереотипы, связанные с внешностью и внешним образом феминисток, поскольку в патриархальной системе, если мы говорим о женщинах, мы сразу думаем о внешних качествах. Первый стереотип — это мужеподобность, так называемая. То есть феминистка — это какая-то грубая женщина, которая не соответствует стереотипным понятиям о феминности, презирает какие-то женственные, опять же, стереотипно женственные средства по уходу за собой и, в общем, максимально старается быть похожей на мужчину. Что довольно абсурдно, потому что, естественно, феминизм — это вообще не об этом. Это борьба за женщин, за их права и за то, чтобы женщины были собой и были уважаемы и поддерживаемы так же, как и противоположный пол. Затем есть такое мнение, что феминистка — это женщина, которая ненавидит мужчин. Значит, она хочет, чтобы мужчинам было плохо, хочет выместить все свои проблемы, все свое, опять же, угнетение и недовольство своим социальным положением на мужчине и сделать так, чтобы мужчины стали угнетаемым полом и им жилось так же несладко, как женщинам.
Безусловно, это не так. Существует огромное количество прочтений вариаций феминизма, но ни одна из них не является сексистской, то есть то, что я только что описала. То есть не существует такого понятия, как обратный сексизм, тоже очень популярная вещь. То есть, ах, вот вы, феминистки, хотите, чтобы все перевернулось, то есть, чтобы женщины главенствовали и имели привилегии над мужчинами. Это не так. Опять же, феминизм выступает против сексизма, то есть против угнетения людей по какому-либо половому признаку. Еще один распространенный стереотип – это то, что все феминистки – лесбиянки. Это не так. Лесбийский феминизм занимает важное место в феминистском сообществе, но феминизм приветствует людей любого пола, любой ориентации. Еще один стереотип, даже не стереотип, скорее, а претензия к феминистскому сообществу, что феминистки придираются к мелочам и преувеличивают проблему дискриминации женщин и распространяют это на все сферы жизни, даже видят сексизм там, где его нет, грубо говоря. То есть хороший пример – феминитивы, например. Многие прогрессивные мужчины выступают против феминитивов, поскольку это кажется за гранью какого-то политического поля борьбы за права женщин, борьбы с насилием и так далее. Это язык, говорят они, его стоит оставить в покое, и нельзя менять язык под какие-то свои политические убеждения. На самом деле это, конечно, не так. Это еще одно проявление сексизма. То, что мы к этому не привыкли, или то, что феминитивов нет, допустим, для каких-то слов они есть, а для каких-то слов их нет. Это тоже не случайно, это тоже все встраивается в патриархальную систему. То, что не сказано, того не существует. Поэтому изменение языка точно так же важно, как и борьба против домашнего насилия, допустим. Это все встраивается в более широкую претензию по поводу того, что феминистки занимаются незначимыми, несуществующими проблемами, такими как язык, например, и отсутствие феминитивов для руководящих должностей, присутствие феминитивов для так называемых женских профессий. Они занимаются серьезными проблемами, которые кажутся серьезными привилегированной группе людей. Феминистки не понимают шуток, то есть сексистских шуток. Распространенное мнение, опять же, встраивающееся в концепцию того, что феминистки видят проблему даже там, где ее нет. Например, в оскорбительных, шутливых, так называемых
обращениях к женщине, в сексистской рекламе, в сексистском юморе, в шутках про изнасилование, домашнее насилие и так далее. Что такое понятие, как пирамида насилия? То есть нижний слой этой пирамиды — это как раз шутки, невинные замечания, прибаутки и так далее. И последний слой — это убийство. То есть от шутки переходит, человек переходит к действию и так далее по нарастающему. Опять же, сказанное слово определяет реальность, и только потому, что какой-то юмор, проблемы, формулировки кажутся непонятными или незначимыми в привилегированной группе, это не значит, что этой проблемы не существует. И это всего лишь еще одно проявление замалчивания. Стереотипы о широкой массе людей, не относящихся к феминизму, существуют, безусловно, в феминистских кругах. Прежде всего, это мнение о том, что простые люди, так называемые люди с улиц, не имеют доступа к информации, и в связи с этим являются довольно невежественными в этом вопросе и вообще не имеют понятия о том, что к чему. Это, как показало наше маленькое исследование, не совсем так. Я лично была удивлена, столкнувшись с большим количеством людей, которые имели какое-то четкое мнение по этому вопросу, даже если оно было ошибочным и очень радикальным. Все-таки это показывает то, что люди о феминизме слышали, как-то отрефлексировали это для себя. И это, в принципе, приятно, каким бы ни было их отношение к этому вопросу, приятно то, что тема эта витает в воздухе, значит, что какой-то прогресс существует.